Здравствуйте, с вами Дара. Сегодня я вас ознакомлю с такой темой, как желудочные чаи. Для этого я буду использовать книгу, которая называется «Лекарственные растения». Авторы Гамерман, Кадаев, Яценко, Хмелевский. Книга издана в 1990 году издательством «Высшая школа. Город Москва». Желудочные чаи. Желудочный чай номер один. Вяжущий. Его состав: черемуха плоды 3 части, черника плоды 2 части. 2 столовые ложки смеси заварить 2 стаканами кипящей воды. Кипятить 20 минут, процедить через марлю. Принимать, остудив, 3 раза в день по 1/4-1/2 стакана. Желудочный чай номер 2, вяжущий. Его состав: ольховые шишки 2 части, змеевик корневище 1 часть. 2 чайные ложки смеси заварить в стакане кипятка, настаивать полчаса, процедить через марлю. Пить в течение дня в 3-4 приема. Желудочный чай номер 3, вяжущий. Его состав: черника плоды 2 части, лапчатка корневище 1 часть, бессмертник цветы 1 часть, шалфей лист 3 части, тмин плоды 1 часть. 2 столовые ложки смеси заварить 2 стаканами кипящей воды. Кипятить 10 минут. По охлаждении процедить через марлю. Принимать 3 раза в день по полстакана за 15-20 минут до еды. Желудочный чай номер 4, вяжущий. Его состав: лапчатка, корневище 1 часть, змеевик, корневище 2 части. 2 столовые ложки смеси заварить в стакане кипятка. Кипятить полчаса, процедить через марлю. Пить в течение дня в 3-4 приема. Желудочный чай номер 5, вяжущий. Его состав: змеевик, корневище 1 часть, кровохлебка, корневище 1 часть. 2 чайные ложки смеси заварить в стакане кипящей воды и кипятить полчаса. Процедить через марлю, пить в течение дня в 3-4 приема. Желудочный чай номер 6, вяжущий. Его состав: конский щавель, корень 1 часть, змеевик, корневище 1 часть. 2 чайные ложки смеси заварить в стакане кипящей воды и кипятить полчаса. Процедить через марлю, пить в течение дня в 3-4 приема. Желудочный чай номер 7, вяжущий. Его состав: бессмертник цветы 1 часть, шалфей лист 5 частей, тмин плоды 1 часть, лапчатка корневище 2 части. 2 чайные ложки смеси заварить в стакане кипятка, настаивать до охлаждения, процедить через марлю, пить по полстакана за полчаса до еды. Желудочный чай номер 1, регулирующий деятельность кишечника. Его состав: крушина, кора 1 часть, мята перечная лист 2 части, крапива лист 3 части, аир корневище 1 часть, валериана корень 2 части. 2 столовые ложки смеси заварить 2 стаканами кипящей воды. Кипятить 10 минут, процедить через марлю. Принимать по полстакана утром и вечером. Желудочный чай номер 1, номер 2, регулирующий деятельность кишечника. Его состав: крушина, кора 2 части, анис, плоды 2 части, тысячелистник, трава 1 часть, горчичное семя 2 части, солодка, корень 3 части. 2 чайные ложки смеси заварить в стакане кипящей воды. Кипятить 10 минут, процедить через марлю, принимать по полстакана утром и вечером. Лекарственные травы и растения можете купить в нашем магазине. Ссылку смотрите в описании. Будьте здоровы!